Всем привет! С вами Зинулька Гасанова. Смотрите, мои маленькие комочки. Вот эта курочка, моя малютка, ей всего-навсего 6 месяцев. Она мне неоднократно доказала, что она хорошая мама. Вы бы видели, сколько она уже мне выпарила, просто словами не передать. Ё-моё, девочка, смотрите, она пытается их уклевать. Можно делать. Это индоутки. Вот доказательство вам того, что курицы выпаривают индоуток. Да, естественно, они немножко дольше сидят. Но зато и результат, пожалуйста. Если бы я бы в этом году бы надеялась бы на индоуток, я бы точно осталась без малышей. У меня в этом году ни одна индоутка не села парить. Те года парили, а в этом году что-то не парили. Но зато мне хорошие мои помощники, это вот мои курочки. И вот мои цыпляточки. Вот и мои маленькие. Так что благодаря своих куриц я в этом году вывела себе индоуток. Ё-моё, маленькие. Ой. Вот эти, кстати, она их учит, учит тоже травку щипать. Только разделились некоторые. Так что вот, я знаете, что хочу еще сделать? Я ее буду держать с ними. У меня есть загончик маленький. Пусть они все вместе будут. Пусть она сама за ними смотрит. Зато у меня не будет голова болеть, что лампу надо включать, постелки менять, ну и прочее. Воду поставила, комнату поставила, и мамка сама их будет греть. Так что вот, друзья, подписывайтесь на мой канал. В ютубе наберите Зина Гасанова. Задавайте вопросы, содержание, кормление, уход, советы и прочее. Возникнут вопросы, пишите комментарии. Всем отвечу. Всем пока.